Всем привет, друзья, с вами Тимир. Что ж, первый день 2021 года, и его мы начнем с новинки, а именно коллекционных фигурок персонажей из Лего Марио. Здесь у нас 10 персонажей, на упаковке у нас они изображены. Лего Супер Марио, 10 в коллекции, серия 2, 6+, артикул 71386 и логотип Nintendo. Здесь у нас написано, что здесь у нас один лего-персонаж, но сзади разная информация. Что ж, давайте откроем. Открываем. И сейчас посмотрим, кто здесь у нас. Вот инструкция. И тут есть именно персонажи. И нам попался Боун Гумба, костяной Гумба. Сейчас я его соберу. Что ж, рассмотрим костяного Гумбу. Он стоит на подставке, которая изображает из себя лаву и каменный монумент. У него есть такие вот ноги лазурного цвета. Также здесь есть деталь с принтами зубов. Также есть деталь с принтом носа и двух глаз. И сверху есть вот такой вот датчик для Марио, чтобы взаимодействовать с этой фигуркой в приложении. Но у меня Марио нету, поэтому я ее, наверное, просто отклею. Ну а после сборки у нас остается три детали. А именно, глазок 1:1 прозрачного оранжевого цвета с дыркой, круглый тайлик 1:1 серого цвета и деталь пламени. Что ж, на этом все. Пишите, понравилась ли вам эта серия и эта фигурка, и также понравился ли вам мой обзор. Но также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока. С наступившим Новым годом!